Очередные поединки состоялись вчера в открытом чемпионате Беларуси по хоккею. В Молодечно-Клюшке скрестили «Динамо» и «Шахтер». В самом конце матча гостям удался невероятный камбэк, и в итоге они отпраздновали викторию 3-2. В других матчах игрового дня отметим уверенную победу «Юности» в Жлобине, а также булитную серию в поединке между «Неманом» и «Гомелем».